produced by Victor Коклюшкин. Мы вот скоро хотим купить корабль. Мы хотим отправиться на нем в кругосветное путешествие. Правда, на нас могут напасть пираты, бог мой, как я мечтаю об этом. Хоть какие-то неприятности, их так мало в жизни. Домработницу не могу видеть, я не могу ее видеть, не могу. И зовут Муза. Честнейший человек никогда лишние сотни не возьмет. Влюблена в нашего дворника. Он у нас доктор наук. Честнейший человек никогда лишние сотни не возьмет. Возьмите меня! Не хочу! Возьмите меня! Ну, вот... Смеление! Возьмите меня! Будь первым! Возьми меня! Возьми меня! Чем муж работает, не знаю. Он не любит говорить о работе, но устает, особенно после ночной. У него бывает руки дрожат, зарабатывает много очень. У нас дома всюду деньги и даже класть некуда. Все суем-суем, они все есть и есть, кошмар какой-то. Домработницу не могу видеть, я не могу ее видеть. И зовут Муза, честнейший человек никогда лишние сотни не возьмет. Влюблена в нашего дворника, он у нас доктор наук. Честнейший человек никогда лишние сотни не возьмет. Возьмите меня! Не хочу! Возьмите меня! Ну, вот... Смеление! Возьмите меня! Будь первым! Возьми меня! Возьмите меня! Не хочу! Возьмите меня! Ну, вот... Смеление! Возьмите меня! Будь первым! Возьми меня! Возьми меня! Ой, простите, ради бога, я чуть не то сказала. Извините, простите. Ты опять в другой жизни. Я сейчас за одну минуточку, я сейчас буду готова. Я прям не знаю, что за мной. Сейчас дома, может быть, буря магнитная. Я прям не знаю, что это такое. Мне... Ой, спасибо, простите, ради бога, я сейчас... Простите. Я готова. Домработницу не могу видеть. Я не могу ее видеть. И зовут Муза. Честнейший человек никогда лишние сотни не возьмет. Возьмите меня! Не хочу! Возьмите меня! Ну, вот... Смеление! Возьмите меня! Будь первым! Возьми меня! Возьмите меня! Не хочу! Возьмите меня! Ну, вот... Смеление! Возьмите меня! Будь первым! Возьми меня! Возьми меня! Возьми меня!